Сегодня у нас проходит третий национальный семинар научно-практический, который посвящен работе с психотравмой. К нам приехали гости из Одессы. Это будущие специалисты-психологи, которые на протяжении вот всего процесса своего обучения проходят у нас уже третью ежегодную практику. И в этом году по нарастающей практика посвящена именно профессиональным навыкам, которые они приобретают для работы в дальнейшем. И особенность этой работы в этом году – это целенаправленная тренинговая работа в тематике психотравмы. Нас в составе 13 человек. В основном это старшекурсники, третий курс, есть второкурсницы. В общем, это студенты, которые уже в состоянии приобретать практический опыт и в следующем году получать степень бакалавра и приступать уже к своей практической деятельности. Поэтому для них это сейчас очень важно, и мы очень рады возможности, которые у нас есть, приехать именно на эту базу практики. Основная форма работы для получения навыка в данной тематике, как профессионала в будущем, это групповые методы, то есть тренинговая группа, которая на тренингах в процессе микросоциума приобретает навыки, отрабатывает конкретные техники дальнейшей работы. В первую очередь это отработка на себе, то есть проработка собственных состояний и отношения к своим жизненным позициям определенным. В этом году у нас больше идет направленность на себя самих. Мы работаем над своими травмами, и это очень сложно. Сложно, потому что самоанализ – это всегда очень-очень больно. Здесь абсолютно другая атмосфера, которая переносит во что-то новое. Здесь проводятся интересные тренинги. Мы получаем действительно хороший опыт, то, что мы сможем в будущем использовать в качестве с работой с детьми, например, или прежде всего с самим собой. Здесь созданы все условия для того, чтобы мы получали реальные навыки, могли пообщаться не только со специалистами, но и на территории живой природы с животными, которые также участвуют в реабилитации, терапии различных контингентов. Поэтому это большое преимущество по сравнению с другими базами практики.